только что помянули тех несчастных людей, которые погибли в этой ужасной трагедии. Перед российской миссией в Нью-Йорке находится полицейский участок и пожарная часть, сотрудники которых принимали участие в спасении людей 11 сентября. Я сегодня подходил к начальнику пожарной части и выражал ему соболезнования и слова восхищения героизмом пожарных и полицейских, которые участвовали в спасении людей. Я хочу напомнить, что 11 сентября того года президент Путин был первым из иностранных лидеров, который позвонил президенту Джорджу Бушу-младшему и выразил слова соболезнования, поддержки и готовность помочь в борьбе с тем чудовищным явлением, свидетелями которого мы стали.